23 ноября 2020 года водитель автомобиля «Шкода» приехал на автозаправочную станцию на улице Коминтерна города Твери. Мужчина заправил автомобиль, залил стеклоомывающую жидкость, при этом забыл вытащить заправочный пистолет и начал движение. Автомобиль остановился, так как заправочный пистолет и шланг заправочной станции держали транспортное средство. Но водитель нажал на газ, вырвав колонку с посадочных мест и оторвав пистолет. Автозаправочной станции причинен значительный ущерб. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии, стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает, где находится автомобиль нарушителя в данный момент, обратиться по телефонам 667841, код города 4822, либо 8960 710 77 58.